cracking, honestly. Все, долго не хватило. Хотим теперь мяча поесть. Чистить креветки нужно. Это креветки. Мама, мама. Элла, Элла. Мама, мама. Я Фома болею. Окей. Себя же. Руки помыть надо. Не-не-не-не-не! Мама. Мои друзья открыли школу в Черногории с золотым абсолютно преподавателем. Активити? Сердце к ноли. Ну, не знаю, клубы. Оля Мартис. Ну, там разные. Ему самому головка еще от этого школы начинает. А вы знакомы? Я с мамой всю свою юность очень восхищалась, и он был близким другом моего обожаемого учителя приятия Анатольевича. И все, что они могут этим десяткам, это еще людей, сделать, это финалист парадома и увидеть меня на рынке. Вот и вся сила русского арт-сайда. Под этим фотографиям и комментируя эти фотографии, пропаганда вспоминает о левом. В чем сила любого поэта? В том, что у него есть свой собственный язык. То есть у каждого поэта есть язык, который номинально именуется каким-то, ну, словом, русский язык, например, да? Но есть русский язык Надельштама, есть русский язык Цветаевой.
тебе спасибо. Надо две. Или... Ага. Не-н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 е. Рано. Эля, позови папе. Yeah.